Ой. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 29 июля 2019 года. Я рада представить вашему вниманию вот этого красавца длинношерстного рыжесоболиного мальчика Чихуахуа, которого зовут Марии Мистик Олес Льюис. Мальчику на сегодняшний день исполнился месяца почти 3 недельки. Его вес 630 грамм. Мальчик без брака и без дефектов, будет продаваться с метрикой щенка, привитым по возрасту. Мальчик курносый, красивый, потешный, забавный, очаровательный, характер замечательный, хвостовилятельный, очень ласковый, контактный ребеночек. Общее видео, все, отпускай, с мальчиком можно посмотреть на канале нашего питомника. В общих видео это можно посмотреть поведение его родителей, мамочка его шоколадная Виктория, которую по документам зовут Мария Мистико Вива Мадонна Миа. Папа голубопалевый длинношерстный Мария Мистик Престон Мистер Министр. Мальчишка очень потешный, такой смешной по внешности. Достаточно богато одет, несмотря на то, что мамочка его краткошерстная, папа длинношерстный, но это не гарантирует, что он будет хорошо одет во взрослом возрасте, так как все-таки он рожден не от двух длинношерстных родителей. Но мальчик очень милый, очень потешный. Не хочет он сидеть на месте, у него немножко, видите, беленького на грудке и вот такие носочки. Ну, посмотри на меня, покажи, какой ты сладкий. Ну, очень очаровательный ребенок. Если вам понравился наш малыш, вы можете его зарезервировать, позвонив нам по телефону или написать в личные сообщения на страничку питомника ВКонтакте или в Инстаграм. Ссылочки все будут в описании под данным видео. Наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Кто подписан, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Мария Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!